Всем привет, с вами Аурум. Ну что ж, конкурс подошел к концу, три победителя определены. И да, ребят, я знаю, что участвовали десятки тысяч человек, а выиграло всего лишь трое, но я говорил об этом с самого начала, будет только три победителя. Но если ты хочешь выиграть в следующий раз, обязательно поставь этому видео лайк прямо сейчас. Да, именно прямо сейчас поставь этому видео лайк, потому что если будет мало лайков, если будет много негативных комментов, то, я не буду делать такие конкурсы. Конечно же, конкурсы делаются для того, чтобы, во-первых, поощрить подписчиков, во-вторых, это развитие канала, развитие разных социальных сетей, которые связаны с каналом. Но как же меня веселят комментарии, типа, опять я не выиграл и прочее. Ребят, десятки тысяч людей участвуют, и только несколько человек имеют возможность выиграть. И для еще большей мотивации участвовать в любых будущих конкурсах, я хочу напомнить вам, что в апреле этого года я выиграл iPhone 7 Plus. Вбейте на YouTube Aurum iPhone 7 Plus, там все доки и прочее, поэтому даже такой скептик, как я, начал верить тогда в чудеса. Так что, не парьтесь, все будет у вас круто. Ну что ж, а теперь переходим, в общем-то, к нашим счастливчикам. Первый у нас счастливчик с ником Кокмастер, вот такая вот у него колода. Если честно, я уже одним глазком взглянул, и у него из легендарок нету всего лишь ледяного мага. Довольно странная колода, скажем сразу, но хорошо. Из лег мы поняли, что мы хотим. Бревно, дровосек, ночная ведьма или мега-рыцарь. Ну и, конечно же, я очень сильно заинтересован в, собственно, ледяном маге. Хорошо, поехали. За $5 сейчас покупаем эту спецуху. Видимо, у меня даже на Google Play кое-что имеется. Балуюсь, признаюсь. Честно, платеж выполнен, отлично. Огромный сундучок. Что тут? Ну, ничего такого сверхъестественного. Опять же, вы вот все реально, да? То есть никакого подвоха здесь нет. Следующий пак $20. Я от души отрываю эти 20 баксов. На Google Play мы видим 5 баксиков осталось. Ну, хорошо. Сейчас $15 у меня спишется с карточки, $5 спишется с, в общем-то, счета. Причем довольно интересно, только сейчас себя так... И бревно. Бревно вообще в тренде, да, то есть, напоминаю, бревно — это нормально, это прикольная карта, сложно все равно называть ее легой, но карта реально прикольная. И последний, самый вкусный, вообще невероятно вкусный, только как минимум потому, что там есть 3500 гемов, 100 тысяч голды, ценность X2, я уже критиковал, повторяться не буду, в предыдущем видосе говорил, что это как-то очень странно. И если все будет нормально, мы буквально... Через несколько минут на другом аккаунте я вам покажу, в общем-то, что Supercell может быть щедрее. Ну что ж, $50, ребят, это около 3000 рублей. Нажимаем кнопочку «Купить». Я покупаю со своей карточки. Гифт-коды все закончились. Никакими другими методами. То есть это мои кровные, вот на ваших глазах, мои кровные уходят победителю абсолютно... Вот так вот, все прозрачно. Исцеление, и вы помните, да, какие леги нам нужны и вообще ли нужны. И давай эпическую карту. Да, детка, отлично. Это просто замечательно. Нужен. Покажи класс. Ну ты можешь, ведь ночная ведьма, супер. Шикарно. Второй уровень ночной ведьмы в этой странной колоде. Без проблем. И 3500 гемасов еще падает. Слушайте, я не догадался, нужно было... Пека за 250 гемасов. Надо кому? Надо было в условии конкурсов сказать, что эти 3500 гемов я тоже потрачу на сундуки. Но раз уж не сказал, хорошая идея, как там, хорошая мысля приходит опосля, да? Поэтому в этом случае я пролетаю. Но было бы правильно вот эти 3500 гемов сейчас тоже на сундуки потратить. Ну хорошо, в целом клево. Бревнишко есть в колоде, ночная ведьма есть в колоде. Прекрасное открытие. Следующего победителя зовут Егорка, 10 уровень. Что у него с аккаунтом, значит, по легам? Бревнишко, электромаг и дракончик. Так, бревно я посчитал, часто не считаю. Вау, и вот это так реально стоит того, чтобы купить здесь. Я, в общем-то, вы помните, да, или, может, не помните. Я очень сильно люблю победителей, у которых нет лег. Потому что это очевидно, значит, что они не донатеры, и именно
они должны, по идее, быть моими победителями. Ну, мне почему-то так кажется. То есть мне больше всего нравится, когда побеждают те, у которых, ну, собственно, нет возможности или желания, такое тоже бывает, купить себе Лего, купить себе сундук и таким образом, вот, победив в моем конкурсе, вселенская справедливость восторжествует. Потому что в иных случаях всегда что-то все несправедливо в жизни, а здесь, видите, как раз и повезло. И реально, вот, может повезти и вам, поверьте, вот серьезно. Те все скептики, найдите мой видос про iPhone 7. Я вам клянусь, я его выиграл, и это было круто. То, о чем я говорил в начале видео, значит, смотрите. Мы видим, что здесь три сундучка. X2, X2, X2. Ценность, да, видим желтенький значочек. Здесь желтенький значочек, и написано ценность X5. И как вы думаете, что мы будем сейчас делать? Я уже договорился с Егоркой, что вместо вот этого пака, где 45 тысяч голды и легендарный сундук, мы купим вот это спецпредложение, где есть легендарный сундук, где есть 100 тысяч голды, 1200 гемов. Это намного, это вот, ну даже вот просто вот так вот оцените всю прелесть. Тут 45 тысяч голды, здесь 100, плюс еще 1200 гемов, здесь тот же легендарный сундук. И вся эта прелесть стоит в два раза дешевле. Поэтому я сажусь с одной жопой на два стула и как бы и деньги сэкономлю, потому что в два раза дешевле куплю. И в то же время намного сильно угодить, да? Ну, вы поняли, короче, победителю. Поэтому для начала покупаем огромный сундук за 5 долларов. За 5 долларов, вот мне смски уже начали приходить, что бабки списываются, надеюсь, мне на все хватит. Так, к сожалению, не могу, знаете, типа, звонок другу сделать, чтобы он бабок докинул, как там бывает. И теперь не покупаем вот эту дрянь, а покупаем X5, вот насколько Supercell могут быть щедрыми. И почему сейчас они не сделали ничего, ой, сорян, мисклик, почему в этом... как бы в этой акции они не сделали тоже такой широкий жест и не сделали нам какой-то X5, я не знаю. То есть бешеных денег у них все это дело стоит, но почему, не знаю. Кручу-верчу. Шахтер. Есть ли у него шахтер? Да, мы его открываем. У него его не было. Такой, есть ли у него шахтер? Да. Но на самом деле теперь он у него есть, потому что раньше не было. И супермагический сундук, конечно же, очень сильно хочется тоже увидеть Лего. Голды у пацана невероятно много. Гемов, кстати говоря, ему повезло больше, чем остальным, потому что он получает на 1200 гемов больше, чем остальные конкурсанты. Надеюсь, их жаба сильно не задавит, но в то же время, ну, у других такой спецухи, в общем-то, нет. Ну, как минимум, у первого вы точно видели, что не было. У второго мы еще, очевидно, что посмотрим. Ну, бро, ну, пожалуйста. Вот это мощь! Два победителя подряд, и оба супермагического получают легендарочку. Давай же, выбей что-то вкусненькое. Ну же, детка. Электромага, это всегда вкусно, очень классно. Но, опять же, громовержец у него был. Гадалки не ходи, он есть в колоде. Ну, конечно, кругом играешь. Ой, бро. Ну, хорошо, что хорошо, что не элитой. Если бы увидели элиту, детки были бы в шоке. Ну и этот пак, сорян, я покупать не буду. 20 баксов хорошие деньги. Так что, в общем-то, и так, по-моему, было все неплохо. Не сбрасывайте никому логин и пароль, если вы не доверяете человеку. Но это же очевидно. А если уже сбросили, то не нужно лишних слов. Ваш аккаунт уже в чужих руках, поэтому не кидайте никому свои аки. Ну и плюс, во всех конкурсах, вот во всех, которые проводятся в группе Aurum TV, у меня на канале, я не пользуюсь услугами своих помощников. Я сам лично связываюсь с победителями, чтобы было, ну, как бы поменьше каких-то неприятных ситуаций. Поэтому лично всегда сам пишу, а меня можно различить, мою страницу можно различить среди страниц каких-то мошенников. Поэтому, но ситуация забавная, да. Ну да ладно, забавность Барбоскина будем списывать на возраст. Я все прекрасно понимаю. Уверен, таким не был, но все же понимаю. Хорошо, огромный сундук, 10 тысяч голды, 5 долларов уходит с моего кошелька.
и что-то довольно... Нет, все нормально. Вот это тоже я высаживаюсь. Если баганет, может несколько дней багать. Но все нормально. Давненько, кстати говоря, у меня уже не багало с оплатами. Вроде все пучком. Когда-то, помню, год-два назад это были большие проблемы. Но сейчас, видите, все норм. Опача, у него еще какой-то квестик есть. Ёптить, смотрите. Мы еще и квест какой-то ему проходим. Открытие сундуков. Класс. Открой сундуки 10. То есть мы сейчас ему откроем 3. Это замечательно круто. Да, и мы не посмотрели, какие карты у него есть. Значит, электромаг, бандитка, мега-рыцарь и... Вау! А, так он заряженный. Че? Да, он очень сильно заряженный, скажу я вам. У него есть практически все леги. Ну, такое, клево. Клево, клево, но мы еще выбьем по-любому ему что-нибудь еще. Опять же, победителей я никак субъективно не выбираю. Это рандом. То есть за тупость наказать никого не могу. Сами понимаете. То есть если рандом сказал, что именно этот чувак выиграл, значит он выиграл и сейчас получает ледяного колдуна. Еще и в копилочку третий сундук. И последний супермагический сундук. 100 тысяч голды. Плюс геммасы, заветные геммы. Это самое вкусное для победителей в данном случае. Потому что, ну, карты картами. А вот если человек не донатер, а получает геммасы, вот это на самом деле найс тема. И в супермагическом хотим, конечно же, получить... Давай эпик. Да, детка, на последней карте, на предпоследней карте доходит 23 эпика. Это значит, что мы сейчас нормально можем вытащить ночная ведьма. Вау, второй уровень, еще одна карта падает. Это, в принципе, последний сундук, который мы открываем на королевской арене. Как видите... Записываю видос по моему времени в 1:30 ночи, поэтому 7:33 остается до конца акции, больше не увидим эту акцию. Хотелось бы также сказать еще несколько слов, что очень сильно в будущем хочу видеть более выгодные акции. Потому что, ну окей, я уже смирился с тем, что Supercell дарят нам подобные подарки, но мы за эти подарки должны заплатить денег. Хорошо, я с этим смирился, но факт, не будьте такими жмотами. Почему X2? Почему у вас есть какие-то спецпредложения X5, но при этом вы на какие-то такие события даете всего лишь X2. Давайте пощедрее уже, что ли. Ну и, ребят, не забываем, если вы хотите еще конкурсов, обязательно поддержите это видео лайком, напишите свой комментарий и подписывайтесь на канал. С вами был Аурум. Всем удачки!